глядя на такой велосипед, конечно же, никто не сомневается, что в первую очередь он на женщин. А как вообще возникла такая идея сделать прокат для леди? Я сама очень люблю кататься на велосипеде и хотела бы привнести в наш город красоту и гармонию именно женской энергии. И хотела бы, чтобы девушки больше обращали внимание на свою фигуру, то есть занимались активным образом жизни и при этом выглядели очень красиво и женственно. Вот такие низкие велосипеды без рамы называются круизеры. Да, это правда. Они еще отличительны тем, что у них очень удобная сидушка и посадка, то есть и очень широкий руль. Ты сидишь как будто в кресле и едешь, и наслаждаешься солнцем, погодой. Только ли девушки соблазняются на такие велосипеды, или молодые люди, в общем, тоже? Нет, конечно, к нам приезжают и молодые люди, и парами, и на свидания. У нас есть и мужские модели. Можно провести незабываемое романтическое свидание, можно взять на свадьбу для фотосессии, то есть это всегда интересные образы. С детства я очень люблю кататься, очень получаешь положительные эмоции, а вот на этом велосипеде прокатившись, он еще такой красивенький. Конечно, особенно хорош такой велосипед в поддержку романтического образа, чтобы красивое платье, подаренные кем-то цветы в корзине и ощущение безмятежного счастья. Это была рубрика «Городские фишки» и «Нескучная вам жизнь».